день соревнований я, конечно, всем желаю удачи, всем поймать много и большой рыбы. Призываю вас всех прибыть на выборы, проголосовать. Правильно проголосовать то, что душа подсказывает. Будущее страны. С этого начались соревнования. Среди участников разрезы Изыхский, Восточно-Бийский, Черногорский, Степной. А также коллективы управления СОЭК Хакасия, Энергоуправления и Черногорского РМЗ. Рядом с новичками опытные рыбаки. К примеру, Максим Елешин влюблен в рыбалку с детства. В свободное время обязательно выбирается за город. Ловил налимов, щей, бывало. Всякая рыба хороша. Принимаю первый раз участие в этих соревнованиях. Улов, конечно, по количеству хороший, но мелковат. Задача проста – поймать больше других. На все 2 часа и поддержка болельщиков. Многие приехали с семьями. Увлекаюсь рыбалкой тем, что нам нравится отдохнуть, расслабиться, забыть про все домашние суету. Где-то жена у меня с сыном тоже бегает, рыбачит. Мы привыкли отдыхать с семьей, поэтому поддерживаем всячески. Погода сегодня радует, весеннее солнышко, поэтому всем участникам успехов. Для угольщиков такие соревнования стали традицией. Организаторы отмечают, с каждым годом растет география и количество участников. К примеру, в этот раз рыбачат и женщины. Я первый раз участвую в таких соревнованиях, в принципе. Интересно. Надеюсь, и в будущем буду также ездить. Интересно поучаствовать. И тем более основная масса здесь мужчин. Может, кому-то и нужно труд. Главное – терпение. Чтобы поймать того же карася, порой приходится сидеть с удочкой полдня. Выручает правильная прикормка и, конечно, удача. Рыба на самом деле разная у нас водится. Та, которая присутствует в самой Республике Хакасия. Это лещ, так скажем, подлещик, окунь, сорожка, карась, назовем плотва. Наши просторы, нашей республики по рыбной фауне на самом деле очень широкие. Для чего это делается? Для того, чтобы люди, ну, первое, отдохнули немного, второе, развеялись, посмотрели на своих товарищей. Здесь же все наши предприятия. Соответственно, все равно вот это знакомство, они сплачивают людей. И, в общем-то, дух, командный дух, дух СУЭКа, он присутствует. По итогам соревнований первой стала команда нашего знакомца Максима Елешина «Энергоуправление». Второе место у разреза «Черногорский», на третьем – «Изыхский». Лучшим вручали медали, кубки и самое важное для рыбака – хорошие снасти. Татьяна Лукоц, Дмитрий Щеглов, РТС. Приглашает спортсменов вступить в...